Фестивали, конкурсы, именно посвящены горловому пению. И когда ты там получаешь гран-при, тебе дают автомобиль «Лада». А я вот сам, это он дважды, трижды гран-при получал именно вот в таких масштабных фестивалях. И бывают конкурсы, которые проводятся именно в районах, когда в районах это все происходит. Районная администрация дарит гран-при лошадь, лошадку дарит. А лошадка для нас, это лошадь, это для нас это тоже очень уважаемое животное. Это дух мужчины, мы считаем так. А я был сам один из самых сильнейших. Песня эта посвящена именно рекам. Это песня про два маленьких ручейков, двух речек сестер, которые сливаются, берет начало рек, которые. И эту песню мы всегда посвящаем природе, потому что природа, реки. Вот мы видим, когда мы гастролируем, у нас кроме Африки и Австралии мы проехали все, и мы видим, как у них природа, то есть вот это вот все. И там очень много рек, очень много гор, вот, все есть, нету ничего там. В Европе там ничего, кроме Швейцарии, там что-то там осталось, вода можно попить. У нас в Кызыле можно пить любую речку, это для нас очень важно. Потому что природа это мы должны беречь ее. Mm-hmm.